Сегодня на канале Артём Мик. И сегодня мы с вами поиграем в игру, в обычную игру «Просто русский город». Погнали. Эта игра часто называют «Русский город лето». Туда. Вот бабка пьет, как сварливая. Посмотрите, пожалуйста, видео, которое называется «Игра в новую игру. Русский город зима. В Роблокс». Так, вот тут у нас машина с вами. На нем покататься можно, только нельзя, наверное. Всякое там можно даже под подъезд пойти. Я при предыдущих видео тоже ходил в подъезд. Вот лифт он. Как позор. Я тут опять в лифте еду. При предыдущий раз я катался здесь. Ох, я наконец приехал. На мой любимый 7-й этаж. Вот это у нас уже другая комната. Вот кухня. Тут у нас закукал какой-то стрёмный. Тут у нас комната. Тут у нас зал. Там где понятно, что здесь. Нигде тут нет зала. Все. Телевизор не работает. Пошли в другую квартиру. Сюда нельзя. Сюда пошли. Но там тоже квартира не работает. Да, ох, какой позор. Да, лучше тут красиво жить. Давайте я лучше пойду в другую квартиру. Как я сюда пробрался? В другой раз пробрался в другую подъезд. И пошел вниз. Как раз это было для меня и задание такое. Пойти не вниз. Жаль, что метро нигде не осталось. Вот все. Ну, как позор мне тут было. На этот. Луну то мне. Если я как в два подъезда зашелся. Я хотел пойти в школу опять посмотреть, что тут там опять. Ну вот и игрокица опять вышла. Ох, полицейская машина. Здесь на нее тоже нельзя. Так. Вот там у нас пятерочка, аптека и почта. Вот пятерочка. Ох, аккуратно, не дай бог, опять машина меня раздавит. Потому так глупо. Ох, тут даже можно на лавочке посидеть, ну, ты как не сядешь. Так, вот у нас аптека. Вот так выглядит она изнутри, вот так снаружи. Почта, вот так выглядит снаружи. А вот так изнутри, она какая-то стрёмная. Вот пятерочка. Вот так она выглядит снаружи. Да вот так изнутри. Вот гопотник встречается. Ну, в прошлом обзоре я вам тоже тут был гопотник. Здесь даже можешь себе что-то купить, только я куплю когда-нибудь тебе. Тут хлеб подается больше назад. Ну, в магните все то же самое. Я вам не буду магнит показывать, если опять там какие-то вышли. Так, пошлите в школу. Поосторожнее, чтобы машину не сдавил. Аккуратно было так. Ведь бабка тут говорит, болтает как-то. Она, наверное, помогалась. Так, вот бабка пить сварливает. Вот у нас подъезд. Подъезд у нас на 4-м этаже. Это не хрущевка какая-то. Раз этаж. 2 этаж, 3 этаж, вот 4-й этаж. Вот только здесь одна квартира, здесь у нас только есть одна квартира, потому что там у нас не работает. Вот опять у коксах, опять килограмм, то есть. Да, это у нас с вами первая комната, вторая, это, наверное, двухкомнатная квартира. То есть, что даже нигде не помылось, вот кухня у нас. Это у нас с вами вот зал, только же здесь женщина сидит. Ах, тут стулья бросаю. Вот кровать. Вот зал. Вот балкон. Можно даже спрыгнуть. Давайте спрыгнем-ка. Ох, чуть не поранился. Аккуратно, я не буду дорогу переходить. По сторонам смотреть я не буду. Ну вот тут пешеходный переход написан. Вот она, школа. Как я забыл, так и шел. Ну, там директор от нахуй, то... Я его не смогла убить. Она как-то за мной гонится и бежится, что-то не там директор. Вот школа.
Ну такая же, как вот же опять школьник вылез. Школьники тут. Вот у нас Путин. У нас ничего не школьник. Вот учительница какая-то ругается она. Это мама ругается на меня. То, что по жопе она сейчас треснет, так и заплачу. Уж пошел пока, там второй этаж. Но мы туда не пойдем, но пойдем когда-нибудь. Так, то есть тут у нас турникет, как метрополитен. Вот детская площадка. Я там говорю, что там директор школы. Но туда лучше не ходить, потому что там опять туда не сядешь. Вот дядька тут, дядька. Не выйдет, что я там кока-колу пить не надо. Ну, тут у нас какой-то позор, дядя. Пешкольный как. Да, там только что Ленин был. Но это город советского времени еще. Это еще какая-нибудь дедушка, что ли, или... Они еще 9 лет. 9 лет слишком маленький такой малыш. Вот Ленин. Пошли у тебя лучше. Пешеходный переход, вот Хрущевка. Можно дорогу даже перейти. Можно даже вот туда и ходить. Лучше не буду вообще дорогу переходить. Так машина пропускает меня. Вот двухэтажка. Пошли сходи туда. Но она похожа как и на пятиэтажку, только она. В эту дом никогда не зайдешь. Перепрасывай, давай переходить дорогу, блин. Но тут просто первый раз был директор. Она меня убила просто. Это было просто долго. Это просто было плохо. Так вот она. Это у нас трехэтажка такая вот. На которой бабушка с дедушкой. Ну я на космической вижу, что там жить бабушка с дедушкой. У нас на третьем этаже. Квартира как большая. Уж пошли. Вот этот домофон открыл. Вот первый этаж там. Здесь кто-то зарисовал, второй этаж, третий этаж. Чёрт возьми, что это чердак. Чёрт, я тут всё вижу, блин, и чердак вижу. Чёрт возьми, я всё чердак я вижу, блин. У меня голова, я безголовый человек. И третий этаж, да, оно закрыто. Ну вот тут у нас уже нет сахара. Здесь у нас уже обычная трёхэтажка. Пошлите вот сюда. Вот в эту вот маленькую девятиэтажку. Это что за дом какой? Что за дом? Опять бабка тут вылезла. А куда она делась? Это директор-то. Не буду по всему. Что вы хотите? Ох, как позор здесь. Сколько этажей в этом доме? Сейчас посчитаем. Раз, три, четыре, пять, шесть. Прибежь шесть этажей. Тут дом дольше этажей. Меньше. Ну как позор здесь. Ох, позор, даже не полазишься. Сюда можно пойти, нельзя. Сюда тоже нельзя, туда тоже. И тут нет сахара, ничего, здесь даже не попадешь. И даже не выйдешь из окна, не вылетишь. Вообще даже рук не можешь. Даже вообще не вылетишь из окна, нафига. Только спуститься можно просто к подъезду. Да сейчас спущусь я. Что ж теперь делать? Если кто-то разрисовал банда школьников в метро, тут уже у нас не разрисовано. Граффити. Вот опять детская площадка. Вот у нас. Это наш пятиэтаж. Тут у нас места нет, пятиэтажка тут у нас. Раз этаж, два этаж, три. Блин, не сюда, блин. Три этаж. Опять не сюда. Четвертый этаж. Вот сюда можно пойти. Блин, ты иди давай. Не понимаю, что я предлагаю этой гамме. А тут у нас кухня. Такая стрёмная, что даже тут даже не подходит. Так, вот это у нас своя комната. Вот зал. Без балкона какой-то и дом тоже. Тут прихожая такая. Тут у нас ванная. Мы вошли вниз. Там детская площадка. Можно даже посмотреть.
пошлить. Вот машина. Вот там у нас где-то находится граница. Вот там заброшенные машины. Да вох, как позор здесь. Вот качели пить. Только они какие-то сломанные. Они сломались недавно-давно. Давным-давно. Вот машина. Даже можно покататься, только никак. Вот. Вот у нас такая вот. Вот деревня какая-то стрёмная. Так, ты иди давай, не лагай-ка. У меня YouTube тоже почти залагает. Вот магнит, я вижу. Вот жилой дом. Непонятно, почему такое здесь печки. Непонятно. Вот здесь у нас. Здесь комната, здесь у нас спать надо. Здесь кухня какая-то стрёмная. Тут поспать даже. И прихожу здесь себе стулья побросал. И вот это тоже. Побросал все стулья. Вот магнит. Ну, в магните тут у нас ничего нет, но... Ну, опять тут. Вот магнит. Ну, вот так вот снаружи. Ну, он похож как на пятерочку. Вот там опять капотник вернулся тут. Ну, вот тут у нас тут даже можно посидеть. Потому что у меня опять выбросили на помойку. Это вообще какой-то маленький. Это вообще какая-то вот опять дядка тут. Ну, дорогу прикрыли, что что такое произошло. Вот там нужно пятерочку увидеть. А вот там... Ух, тут у нас двор. Это у нас сталька уже. Нет, это не сталька. Это уже вам показывал. Вот. Ух, щатка такая детская. Вот горка, можно покататься. Давай покатаемся. Покатаемся давай. Покатаемся. Только лестница была. Оооо, как я скатился. Стремно. И упал. Просто шедевр. Просто шедевр. Сейчас, блин, опять упал, блин. Хоть я сел только с горку-то скатиться. Можно скатиться. Можно, можно в горке, пожалуйста, писеться. Я сам упал, блин. Что со мной вообще? Баба сейчас меня убьет. Просто это очень плохо, что меня убивает. Да мне так, в прошлый раз убил у меня какая-то директор. Я это не видел еще было. Когда я еще... У меня канал был. Артем, это еще дало. Вот у нас новый вышла хрущевка. Извините, пожалуйста, что я кашляю. Ну, да. Ну, что у нас тоже ничего не делаешь. Давайте, пошли, какой я постаричек. Я иду, вот у нас, там кто там? Там вообще такая тут двоечник. Двор тут. Дворник. Какой ты позор. Ты че? Ох, какой позор ты мне. Что ты делаешь ты мне? Убиваешь меня. Нет. Двоечник. Двоечник, что ты опять какой-то. Двоечник как из рассказа Эдуарда Успенского, как одел Гена и его друзья. Который у него 8 по месяцу. Так, тут у нас. Так, тут у нас зад. Ну, я там, наверное, видел последний раз. Вот опять тут у нас какая-то многоэтажка тут. Ну, что я не зайти можно. Ну, а голос какой большой. Но я вам не весь голос могу снять вам. Вот у нас вам двух такой непонятный. Вот продукты. И пойдем сюда. Ох, какой непонятный тут позор. Мы лучше пойдем в ближайший дом. Он у нас прогасил тут. Бабка. А тут у нас все то же самое. Вот машины, хотим на нем кататься. Ох, можно даже покататься на машине. Какой, если же не позор. Тут даже на машине можно покататься. Зовут просто так. Поехали пока туда вот. И, скорее всего, был он назад поехать. Поехать тут правую в сторону, блин, зачем я сюда приселся? За руль надо присесть.
перевернул эту машину-то, блин. Сюда что ли надо было ехать-то? А, да, вот сюда еду я точно. Опять в клуб заехал. Я не умею так точно машину-то управлять. Ведь влезаю все сюда, куда угодно. Ай, нет, так неудобно, походу. Потому что надо было по двору поехать, а я в дерево врезался, блин. Черт возьми, я в дерево врезался, блин. Да что ж, я в мимых подъездах, хрущевок проезжаю. А, что за граница, поехали. Я сюда, блин, я врезался. Поехали, баба. Блин, я с 40 сгоняюсь. Так, поехали сюда, блин, понимаешь. Ай, ты, мне уже надо вылезти из машины, просто шедевр. Так, пошел опять пешком. Да вот опять двор проник. Как двоечник, вот игрок вышел. Ну, как сказать, машина у нас ходит такая. Победы. Ничего здесь нет. Только сюда не идет. Станвар еще опять идет. Вот туда. У меня спит тут гараж какой-то. Там да спятерочка. И музыка тут. Это голубь тут вылез. Позор, голубь в облаке. Ну пошли сюда вот. Вот кто и тут. Что надо делать, дядя? Почему как-то блюется, непонятно. Такой план. Хотел вот в этот грузовик поехать. То есть с ним нельзя и на него. А вот как я иду на ней. Вот мы сегодня там поиграли в обычную игру, которая называется «Русский город». И всем пока-пока!